Днем примерно в 2 часа дорожно-транспортное происшествие полицейские зарегистрировали на углу проспекта Рыскулова и улицы Утигенова. Здесь столкнулись автомашины Toyota Camry и минивэн Kia. Автомобили двигались в перпендикулярных направлениях. Kia по Рыскулова со стороны проспекта Бауржана Мамышулы, а Toyota въезжала на перекресток по улице Утигенова. По словам водителя минивэна, столкновение произошло в момент смены сигнала светофора. Я ехал по Рыскулова со стороны базара Самал. Когда подъехал на перекресток, мне горел зеленый сигнал светофора. И в это время с улицы Утигенова выехала Toyota. Я уже не успел среагировать, и мы врезались. От сильного удара минивэн был отброшен на обочину дороги, едва не достигнув тротуара. К счастью, из людей никто не пострадал, но автомашины понесли серьезный материальный ущерб. Прибывшие на место происшествия полицейские составили схему ДТП и сейчас выясняют степень вины каждого из водителей. Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в ограблении букмекерской конторы. Заявление об этом поступило 8 июня в Абайский отдел полиции. По приезду на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что около половины первой ночи в контору ворвались неизвестные лица в масках, угрожая сотрудникам физической расправой и оружием, забрали свыше 100 тысяч тенге и сотовый телефон. С целью раскрытия преступлений и задержания подозреваемых полицейские организовали прочёску близлежащих территорий. В ходе прочёски района сотрудниками дорожно-патрульной службы было задержано лицо, подозреваемое в данном совершении преступления. Кроме того, было установлено, что данный подозреваемый гражданин уроженец Арского района Южно-Казанской области 96 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192, то есть разбой в группе лиц. Идет следственное действие. Полицейские установили, что задержанный причастен к 7 аналогичным преступлениям, совершенным в Шымкенте. Сейчас сотрудники полиции принимают меры по задержанию остальных соучастников преступлений. Шымкентские полицейские также задержали подозреваемых в серии угонов машин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они задержали двух жителей нашего города 1994 и 1996 годов рождения, оба безработные. Как установили полицейские, злоумышленники угоняли автомашины, вскрывая их с помощью подбора ключей. Так, в июле прошлого года в микрорайоне «Север» подозреваемые путем подбора ключей угнали автомашину марки «Opel», принадлежащую 44-летнему автовладельцу. Угнанную автомашину они реализовали, а деньги потратили на свои нужды. В настоящее время следствием доказана причастность задержанных к 3 фактам угона автотранспорта. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 2 миллионов тенге. По всем фактам возбуждено уголовное дело по статье 200 Уголовного кодекса Республики. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. В качестве вещественных доказательств изъяты краденые автомашины. Проводится досудебное расследование. Стражи порядка напоминают, чтобы не стать жертвой автоугонщиков, необходимо соблюдать меры безопасности. Не оставлять ключи в замке зажигания, держать двери, окна и багажник автомашины всегда закрытыми. А также не оставлять в машине документы, деньги и другие ценные вещи, чтобы не привлекать внимание преступников. Помимо этого, лучше всего установить надежную охранную сигнализацию или ставить автомашину на охраняемую стоянку.